Massachusetts – это центр Новой Англии, где вы найдете уникальные блюда, представляющие самые лучшие из американской кухни. Когда вы посетите мой родной штат, вы сможете насладиться едой, которая будет одновременно вкусной и полезной. Начните трапезу с миски горячего супа из моллюсков чаудер, или, как мы его называем, чауда. Затем перейдите к хрустящим жарным моллюскам и запеченным бобам. Также не забудьте отведать бостонский крем и пирог. Лично я предпочитаю жаркое Yankee Style и сэндвич с арахисовым маслом, кремом из зефира маршмеллоу, известный как Fluffernutter. Разумеется, визит в мой родной штат не может быть полным без хот-догов и пива Сэм Адамс на стадионе Фенуэй Парк. Буду ждать ваших ответов на вопрос, что бы вы ответили и где в штате Массачусетс.